на озере. Страшный ветер дует, наверное, камеру будет задувать. Но тем не менее мы подходим к месту Лысолом. Энергетическое место Шаманск. И виды с него вниз. Обрушенные породы. Так называемая основа Уральских гор. И видно лед, который ветром утащило на берег. Озеро подо льдом еще. Очень холодно, руки мерзнут. Там противоположный берег с холмами видно. Собственно, вот такой вот мини-туризм получается. Один экстрасенс говорил, что в тех местах, где земля разламывается, там есть некий выход силы. И остается только определить этот выход, его чистоту, энергетику. И как-то попытаться поставить свою власть. Это прямо скала. Прессованный такой песок. Вот как раз трещина следующего будущего облома. Может, через несколько лет эта штука также появится. Себя давит на мысль.